привітати всіх, хто з нами. Тема дня «Дніпро», як завжди, у прямому вечірньому ефірі Суспільного телебачення. Отже, з початку квітня українці почали офіційно декларувати вибір свого сімейного лікаря або педіатра і терапевта. На деякий час у Дніпрі тимчасово призупинили укладання угод. Які труднощі при цьому виникають? Чому так сталося? Які справи в інших куточках нашої області? Як правильно обирати сімейного лікаря? Та що зміниться для медиків і для пацієнтів унаслідок реформування первинної ланки медицини? Про це все сьогодні ми детально поговоримо у прямому ефірі. Вас, як завжди, запрошую приєднуватись. У нас відкритий майданчик до спілкування. Телефонуйте до нас, прямий ефір. Сьогодні експерт у нашій студії, виконуючи обов'язки головного лікаря обласного центру здоров'я, пані Алла Толчинська. Вітаю вас, пані Алло. Добрий вечір. Отже, у Дніпрі нині люди не можуть укладати угоди, так? Пока якісь виникли проблеми? Да, технічні проблеми, але це все устранимо. І вибирати врача все одно можна. Вибирати, присматриватися, приймати рішення поки. Що можна поки що зробити? Для цього треба зайти в спеціальну електронну систему? Можна зайти в електронну систему, посмотреть, які близлежащі заклади зареєструвалися в системі e-health. Можна прийти в свою поліклініку, в центр первичної допомоги, в амбулаторію, посмотреть, які врачи. Ну, як правило, більшість наших громадян знають своїх врачів. Тобто, ну, рідко буває, коли людина не звертається взагалі до врача. Хто-то вони то лікарів врача, знають, своєго, да. Але чи влаштовують якість надання послуг? Так, да. Тобто устраивают ли или нет, но раньше по участку, да, то есть было прикрепление, по участковый врач. То сейчас можно выбрать любого врача, независимо от прописки, абсолютно независимо от района. Просто вы должны понимать, что если вы выберете доктора в другом совершенно конце города, то уже мало шансов, что он к вам придет домой, если возникнет такая необходимость. Поэтому желательно все-таки там поближе. Ну, если у вас есть транспорт, то вопросов нет, то, пожалуйста, выбирайте доктора, который вас устроит. Вот. Можно прийти в амбулаторию, в центр первичной помощи, посмотреть, у них на стендах есть информация обо всех врачах, которые работают в этом центре, квалификацию, стаж работы и фотографии. Пожалуйста, выбирайте, кто вам больше нравится. Если вас не устраивает один доктор, можно выбрать другого. Тем более, что если вы заключите декларацию с одним врачом и со временем вам что-то не понравится, не нужно разрывать эту декларацию там, или аннулировать, вам нужно просто пойти к другому врачу, и заключая новую декларацию, автоматически аннулируется предыдущая. Поэтому никто не ограничивает людей в их свободе выбора. А вам відомі випадки, коли деякі медичні заклади, скажімо так, припрошували підписати декларацію, тому що це є дільничний лікар для певної людини? Ну, у мене поки немає такої по області інформації, все у нас спокійно, нормально, поки, вроді би, ну, жалоб таких особих ніяких не було. Ну, доктора учились і збирали ми і головних врачів, і замістителів головних врачів, об'ясняли, розказували. Я знаю, що є такі випадки по Україні, що ну, недостовірну інформацію дають людям, і, там, як в анекдоті, знаєте, хто не припишеться к своєму врачу, справка о смерті видана не буде. Ну, це шутки, звісно, але заставлять ніхто не може, і ні в коєму випадку не можна ограничувати право вибрати чеку врача, де він хоче, любого. Чи активні мешканці області? Скільки вже уклали угоди? Ну, от, учитывая ще технічні труднощі, учитывая те, що не во всіх, к сожалению, амбулаторіях у нас ще є комп'ютери, не во всіх от по області. Тобто у нас нету комп'ютера у 14 амбулаторіях сільських районів і нету інтернету у 50 амбулаторіях. Ну, це поки временні такі речі, але потихоньку підтягнуться всі. Тим не менше, на 6 число у нас 13,5 тисяч пацієнтів вже підписали декларації. Тобто все працює, люди, хто успів, хто не успів. Это нормально абсолютно, мы все учимся, знаете, это как в средние века, мы ездили на ослике, а потом нам раз и дали сразу Мерседес. То есть мы же должны научиться как-то им пользоваться, чтобы там деревья не сбивать. Поэтому
Все потихоньку, учитывая то, что вот в некоторых в городе, в некоторых амбулаториях был интернет с низкой скоростью, там Wi-Fi раздавал его, сейчас прокладываются высокоскоростной проводной интернет. Это же прекрасно. Ну, допустим, это займет там неделю-две, но пациенту будет удобно прийти и заключить декларацию за 5-10 минут или за полчаса, то есть меньше времени потратить. А мы еще должны учитывать, что и доктора, и медсестры, и регистраторы еще занимаются своей основной работой, да, то есть дополнительного персонала им никто не выдал. Никто там, допустим, как, знаете, в старые добрые времена студентов никто не позвал это делать. Поэтому они еще делают основную свою работу, они общаются с пациентом, ходят на вызова, лечат, диспансеризацию там проводят, профосмотры, все что угодно. То есть, ну, надо понимать это и планувати потихоньку, да, не спішити. Для тих, хто фізично не може дійти до лікарні, є можливість да, підписати есть, угоду дистанційно, да, чи іншим чином? Можна підписати, ну, дистанційно поки ні, але це буде з часом така можливість, що можна буде через інтернет це зробити. Тобто розробники системи e-health працюють над цим. Можна, є уповноважена особа, уповноважене лицо, или лицо, которое опекун или социальный работник, или доктор может выйти на дом. И треба звернутися до закладу. Да, нужно обратиться, да, но не нужно спешить, потому что реально этот процесс займет достаточно много времени. Если даже 10 минут, и доктор все умеет, и молодой такой, и быстрый, и не надо ему осваивать компьютер там и все. Вы же понимаете, ну, доктора же разного возраста, разного стажа. То есть разних способностей. То есть, ну, є на дзвіночок це треба робити скидка. Зараз вислухаємо питання. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка. Ставте ваше питання, ми почуємо і дамо відповідь. Больниця, молодий спеціаліст, закінчила красним дипломом, сімейний лікар. Значит, записалось пока к ней 22 пациента, а к другим теткам, матерым таким уже, которые работают по 30 лет, уже по 300, по 400. Не будет ли так, что молодые специалисты будут зубы на полку, а вот этим, очередь будет стоять? Вот как в таких случаях поступать? Вы об этом вот думали, продумывали вы о молодых специалистах? Не потому, что она ничего не знает, она с красным дипломом. Вона много знає, вона лучше їх розуміє, може бути, розумієте? Ну, діло в довірі. Дякуємо за ваше питання, за вашу небайдужість і турботу про лікарів. Це питання мотивації. Може бути, да. Може бути, к докторам, які довго працюють, у них, звісно, є свої пацієнти, які їх знають, врачі знають сім'ї пацієнтів, знають достатньо багато інформації. Може бути, в початку к ним і буде більше записываться людей. Но всегда у молодого специалиста есть возможность проявить себя и сделать себе, ну, как рекламу. От этого зависит и финансовое обеспечение, да, и мотивация, да, до работы в подальшем. Да, да. И вот я, например, мне повезло, к счастью, у меня прекрасный педиатр был на участке, участковый, да, и мы всегда с ней грамотно общались, и всегда она вовремя все выявляла там у детей, все и по вакцинации, по всем вопросам. Но однажды она была в отпуске, ко мне пришла молодая семейный врач, и я не знаю, кого бы я вот сейчас выбрала. Вы, до речи, еще не подписывала декларацию? Нет, но я уже выбрала своего семейного врача, я с ней пообщалась и договорилась, что пока вот идут такие вот непонятные еще пока сбои, я не буду спешить. Я знаю, что я всегда успею подписать с ней декларацию. Я думаю, что я, может быть, в мае это сделаю. Я ей позвоню и спрошу, в какое время удобнее прийти. Когда, допустим, есть дни, когда с грудными детками приходят. Понятно, что там много мам и все стоят там. Підпис декларації відбувається у кабінеті безпосередньо у лікаря? Да, но это в разных амбулаториях по-разному может происходить. В городе, допустим, лучшая ситуация в плане обеспечения компьютерами, больше персонала. В сельских районах это сложнее сделать, но тем не менее в любом закладе, если есть много компьютеров и много людей, которые умеют это делать, то тогда это можно сделать в кабинете врача. Если это маленький центр или амбулатория,
то тогда руководитель этого центра выбирает человека, который будет непосредственно это делать. Это может сделать и регистратор. То есть, если доктора на приеме, регистратор, там один или два человека есть и один свободный, то он висит объявление о том, какой график, со скольки до скольки можно это сделать, и прийти, и все это внесет в... Именно человек, который ответственный по этому учреждению. А я зараз прошу режисера вивести на екран підготовлену інструкцію, і зараз пані Алла нам детально, покроково розкажете, так? Що треба зробити? Отже, ми зараз знаходимося на тому етапі, що обираємо лікаря поки що до підписання декларації. Да. Як це правильно робити? Якщо, наприклад, оберіть заклад і лікаря, так? Де да. це можна зробити? Ну, спочатку, ну, якщо ви знаєте свого врача, понятно, ви созвонились, прийшли і все зробили, як він вам сказав, або ви прочитали інформацію. Якщо ви не знаєте, дійсно, то заклад можна вибрати по вот такой вот наклеечке. Здесь можна вибрати свого врача. То есть это заклад, который зарегистрирован в системе eHealth, и есть человек, который может вводить. То есть есть медичная информационная система, которая стыкуется с eHealth, и через эту медичную информационную систему доктор вводит все данные и заносит эту декларацию. На першому кроці поки що зупинимось, бо чекають відповіді на питання. Вітаю, ви в прямому ефірі. Ставте ваше запитання. Добрий вечір. Вітаю. Скажите, пожалуйста, вот рядом с моим домом находится госпиталь УВД и студенческая поликлиника. Я не отношусь ни к категории полиции, ни к студентам. Я просто обыкновенный житель, даже пенсионного возраста. Откажут ли мне в этих организациях при подписании декларации? Дякуємо. Дякуємо за дзвінок і чекаємо ще на ваші дзвінки. Є можливість запитати напряму про все, що стосується реформи, яка зараз розпочалась, і кампанії «Обери свого лікаря». Ну, по поводу госпіталю ВД, це відомственне учреждення. І лікарня, думаю, мабуть, мається на увазі лікарня МВС. Да. От що да. буде з відомчими лікарнями? Чи вони будуть відомчими, чи вони по будуть ідеї, обслуговувати людей? По ідеї, не повинно бути відомственних. Тобто, єдине медицинське пространство – и человек, допустим, вот если взять, там есть железнодорожная, да, поликлиника, так. больница, ведомство, да, то так, есть вот, еще раньше человек, обслуговали да, працівників человек, тут ему придется определиться, то ли он будет в железнодорожной поликлинике, там тоже есть поликлиника, есть врачи. Я думаю, что они тоже будут заинтересованы присоединиться к eHealth и заключить договор с Национальной службой здоровья. Но этот человек не сможет тогда в другой, там, по месту жительства, то есть нельзя быть одним местом на двух стульях. То есть только в одном месте вы выберете семейного Або врача. Або студентская поликлиника. Так, питание стосувалось, чи можу я в студентскую поликлинику, чи можу я в поликлинику МВС? Я не знаю, что будет со студенческой поликлиникой, значит, перед Новгород, и что, и как. То есть вы должны, если на ней будет такая наклейка, пожалуйста. Значит, там будут доктора, значит, они присоединены к системе электронное здоровье. Вот. Но, в принципе, первичка, ну, везде амбулатории, центры первичной помощи есть по всему городу у нас. Ну, и в области тоже. Поэтому можно обращаться туда, где есть наклеечка тогда. Те, кто Або, готовы. Або, принаймні, зателефонувати у ці да, заклади затем, і поставити да. питання, чи можу я укласти декларацію так, да. можна з вашими так. лікарями. В некоторых центрах у нас работает электронная регистратура, то есть можно записываться к врачам на прием через систему электронной регистратуры. Ну, понятно, что не все там владеют интернетом, не все могут выяснить, но могут внуки бабушкам помочь тоже это сделать. Я, допустим, маме своей помогала, записывала ее на прием к врачу через электронную регистратуру. Просто мне было интересно, любопытно, работает. Записала. Продовжимо роз'ясняти нашу інструкцію. Другий пункт – це саме про цю наліпочку. Так, да, потрібно. Об этой наклеечке я вже сказала. То есть, вони є во всіх закладах. Її нет, вона не вивішена на двері, на вході. Якщо там нет підключення к системі eHealth. Поки що. Так, да, поки що, так. Да. Поэтому смотрите, обращайте внимание на вот эту наклеечку. Нужно обязательно на следующем этапе нужно взять с собой паспорт, идентификационный код, нужно взять телефон. И если это ребенок у вас, если вы хотите его записать к педиатру или к своему семейному врачу, которому вы доверяете и вы выбрали его, то ребенку нужно взять свидетельство о рождении.
Если ребенок уже получил ID-карт, то, естественно, он берет свой ID-карт і записується. Кожному члену родини треба приходити особисто, чи може прийти хтось один і заповнити декларацію на всіх членів родини? Можна прийти всі вместе. Если ребенок, то один из родителей должен быть с ребенком до 14 лет. Родина може собі обирати різних сімейних лікарів, скажімо? Да, конечно. Ну, это очень редко такое случается, но, в принципе, может быть такое, что папа с мамой выбирают себе терапевта, а ребенку выбирают педиатра. А если выбирают молодого, хорошего семейного врача, почему, собственно, нет? Педіатр обслуговує до скількох років? До 16. До 16 років. У нас є дзвіночок. Будь ласка, ставте ваше питання. Алло. Вітаємо. Добрий вечір. Я вже 5 років не обращалась к врачам вообще і забыла, як це делается. И сейчас мне надо выбрать своего врача, которому я смогу доверять. По прошлому опыту я помню, что участковый врач мне не очень нравился. А последнее время на нашем участке вообще не было участковых, и разные врачи там иногда приходили. Вот как мне выбрать врача, которому я смогу доверить, а потом не получится ли, что вот он мне не понравится, и как мне поменять его потом? Якщо я вже підпишу декларацію. Дякуємо за дзвіночок. Отже, держава буде це все оплачувати. Як отримати гарантовану якісну медичну послугу і довіру до лікаря? Тобто ви можете підійти в центр первичної допомоги, в амбулаторію, посмотреть. Вы своего, который у вас, вы вот говорите, или был он когда-то, или вообще его нету. То есть сейчас это хорошо, что как бы не надо, допустим, вот у нас на участке нету. Незалежно від реєстрації, від прописки. Независимо. Можете посоветоваться с друзьями, знакомыми. Это тоже имеет такую серьезную роль, потому что, как правило, пациенты умеют выбирать своих врачей. То есть с кем-то посоветовали, говорят, ой, у меня есть такой чудесный доктор, и чудесных докторов разбирают, собственно говоря, быстро. Чи можно, скажем, пройти на попередню співбесіду с лікарем? Можно. Какие питання треба поставити? Какие вопросы? Ну, во-первых, спросить, какие виды обследований, что нужно делать, какая профилактика может быть, если у вас какие-то, допустим, были проблемы, или у вас семейные какие-то, допустим, наследственные, еще какие-то факторы есть. То есть спросить доктора, что он вам посоветует для профилактики. Обязательно спросить, как относится доктор к вакцинации. Мне кажется, что это такой индикатор, такой маркер, что вообще все доктора должны быть за вакцинацию, тут даже обсуждать нечего. И спросите, как доктор относится к иммуномодуляторам, иммуностимуляторам и всяческим фуфламицинам, которые иногда бывают, что назначают. Вот и по этим маркерам вы можете определить, или доктор современный и понимает, что он делает, или он там вот интересными вещами какими-то занимается. Маємо знову дзвіночок. Вітаю вас. Ви в прямому ефірі. Ставте питання. Доброго вечора. Вітаю. Конечно, треба щось робити. Начинающий доктор получает зарплату на руки 2900, 100 евро. Вот поэтому и текают врачи в Польшу чи куди. Поэтому мы за реформу. И пациентам будет легче, и вам, лекарям, будет легче. Чекаем тільки с нетерпением. Но зараз проблемы то с интернетом, ну вы знаете, то и еще что-то. Тормозят по разным причинам. Дякую. Дякуємо за дзвіночок. Це були слова підтримки. Да, спасибо огромное за слова поддержки. На самом деле, действительно, очень низкие зарплаты. И у докторов появится возможность зарабатывать деньги. То есть своим трудом. Коли вже торкнули цього питання, коротко прогнозовані цифри. Скільки буде виділятися у 2018 році на пацієнта? В 2018 году, но это опять-таки не сегодня, это с июля месяца. Если центр первичной помощи заключает договор с Национальной службой здоровья, то за каждого пациента, который прикрепляется к доктору, Национальная служба здоровья платит 370 гривен в год. Но это есть коэффициенты повышающие. За детей 2 или 4, если это ребенок раннего возраста, умножается эта сумма. И для пожилых людей тоже на 2 умножается. Есть минимальная кількість пацієнтів для лікаря? Да, оптимальное количество. Не, минимальное, конечно, нет. Немає? Тобто незалежно від того, скільки цей лікар має пацієнтів? Понимаете, если у доктора, ну будем утрировать, да, 10 пациентов, а у второго 2000,
то тогда главному врачу надо вообще подумать о том, какой доктор у него работает и что вообще делать, учить его дальше, где-то переделывать его какую-то специальность. То есть надо понимать, это очень хороший такой звоночек для руководителя, который понимает, что этот доктор за собой не привел пациентов, а пациенты за собой не привели эти деньги Государственной национальной службы здоровья. То есть за пожилых 740 гривен, это в этом году. В следующем году сумма будет 450. Но обратите внимание на то, что не обязательно эти деньги вот как бы конкретному человеку вот прямо сейчас. Да? Мы же не все болеем. Вот кто-то не ходит вообще, вот предыдущий абонент говорил, да, вот она. На гроши все одно надходят. А деньги все равно выделяются. Это как страховая компания. То есть ты платишь какую-то сумму, да, ну не из своего кармана, а государство за тебя платит. И эта сумма идет в заклад. Поэтому же и весь смысл в том, чтобы зарегистрироваться в системе электронного здоровья, чтобы было видно четко, ничего не надо приписывать, ничего не надо выдумывать. То есть четкое количество людей, за которыми пошли деньги. Да, и доктора будут заинтересованы в том, чтобы пациенты к ним прикреплялись. И пациент должен быть заинтересован в том, что доктор набрал количество людей. Там должен... видно эти данные, так да. Сколько каждый лекар там мали пациентов. Там в электронной системе все видно, ничего не придумаешь уже. То есть четкая отчетность, все видно. И вот эти деньги, если в каком-то центре доктора молодцы, учатся, с пациентами вежливые, всем все рассказывают, все отлично, лечение назначают вовремя, то тогда этот заклад максимальное количество денег будет получать от Национальной службы здоровья, будет возможность развиваться. То есть сделать, чтобы не в одном кабинете, как доктор, медсестра, еще кто-то стоит, смотрит, а кто-то забегает только спросить, там невозможно вообще разговаривать и доктору что-то рассказать и показать. Поэтому и улучшать условия работы докторов, и интернет тот же проводить, и то есть максимально развиваться закладу. И доктора будут хорошо зарабатывать, и они будут зарабатывать по-разному. У нас есть еще питання. Вітаємо вас. Слухаємо. Алло. Так. Добрый день. Скажите, пожалуйста, было говорено, что человек может обратиться к любому терапевту, независимо от его места жительства. Мы живем в военный городок, бывший поселок Аэродром. И когда обратились к терапевту на Тополе, нам сказали, мы вас обслуживать не будем, у вас есть свой терапевт. Как это все сочетать? Дякуємо за дзвінок. Мова йшла чи саме про підписання декларації? Да, якщо підписувати декларацію, то не мають права відказувати. Що робити в таких випадках? В таких случаях треба обратитися до завамбулаторії або головному врачу. Я не думаю, що далі прийдеться кудись обращатися, ну, в місті, особливо Дніпропетровській, але якщо така проблема зникла, то треба обращатися або в департамент здравоохранения городської, або обласної. Чому така причина? Адже щойно ми обговорили, що лікарні мають бути зацікавлені, лікарі мають бути зацікавлені у пацієнтах. Чому таке виникає? І чи буде потім приємно прийти цьому пацієнту в цю лікарню, де з ним так от повелися? Понимаете, медицинські працівники, доктора, медсестри, вони такі ж люди, як і ми. Хто-то вірить в медицинську реформу, а хто-то вже ні в що не вірить. Поэтому человеческий фактор мы никак не можем исключить. Пока мы, ну вот мы такие, какие мы может, есть. Может, это на регистратуре же... так сказали может просто, быть, так? Какая-то одна людина не да. была до конца поинформована. Да, так? Может быть, да. Не исключается такой вариант. Это человеческий фактор, мы пока от него никуда не денемся. И всегда то есть, должен... треба стоять на своем, если да, ты хочешь отримувати свою... эту медичну послугу да. саме тут. Если ты хочешь заключить декларацию, то обязательно понимать, если естественно, если в регистратуре скажут, извините, у нас пока не работает интернет, отложите это на следующий раз. Але связаться с лекарем, да. так потроху... Да, то есть можно записаться на прием. Это самый такой надежный способ. Время на вас будет у и доктора. И высловите намеры, что да, вы маете да. бажание угодно. Присмотритесь, понравится, договорите о следующем визите. Если у него сейчас все работает, в это же время заключите декларацию. Если вам не понравился, запишитесь к другому доктору на прием. Не проблема. Маємо еще питання. Вітаємо, вы в прямом эфире, говорите. Здравствуйте. Вітаю. Скажите, пожалуйста, вот я была на прошедшей неделе у семейного врача, хотела заключить с ней декларацию. Мне отказали, сказали, что я раньше работала педиатром, поэтому я буду записывать больше детей, приоритет отдавать детям. Я была очень удивлена, говорю, ну вы же работаете семейным врачом, она да, но опыт это у меня больше по педиатрии.
И я, в общем-то, ушла без подписания декларации и поняла, что ну, не сложится ли такая ситуация, что не пациент будет выбирать врачей, а врачи пациентов, которые им удобны, которые не имеют хронических болезней, которые много лет не ходят в поликлинику, а люди с хроническими болезнями и многие другие просто останутся за бортом. И... Дякуємо. Дякуємо за ваш дзвінок. Во-первых, доктор имеет право отказать пациенту в подписании декларации только в одном случае, ну, в двух. Если он уже набрал 1800 семейный врач, 2000 терапевт и 900 педиатр. Если у него уже все, мест нет, ну сегодня такой ситуации нет. И во втором случае, если заклад не подключен к системе электронное здоровье. Это идеальный вариант. Ну вот, да, такое тоже бывает. Доктор оказалась честной, а вы просто подумайте, нужна она вам или нет. Такая доктор, которая, если вы хотите уже настаивать на своем, обращайтесь в администрацию. То есть, естественно, она не имела права такое говорить. Она просто честно сказала. И вы подумайте, нужна ли вам такая доктор. Виберіть другого. І друга частина питання, перестрога людини про те, що чи не виникне так, що лікарі самі от такими відмовами. Так, буде неприємно потім з нею укладати, але лікар укладе угоди з тими, хто мало хворіє, має мало хронічних захворювань. Опираясь на то, що у нас врачей достатньо, і достатньо для того, щоб всі пацієнти заключили договори з цими докторами, в принципі, всім хватить докторів, і доктор не може вибирати собі, він не має права це робити, вибирати собі пацієнтів. Еще материальный стимул тоже имеет значение, ведь пациенты старшего возраста, за них будет больше денег платить государство этому доктору. Так что не факт еще, кого он захочет выбрать. Поэтому, ну посмотрим. Я не думаю, что очень быстро наберут доктора 1800, ну это при идеальных условиях, если почти там совсем сокращать прием, ну как бы, да, никто не болеет, идеальные условия, то месяца три надо, чтобы набрать 1800, ну мы так прикидывали. И то это очень оптимистичные цифры при быстром интернете. Поэтому доктора не имеют права отказывать пациентам, то есть обращайтесь в администрацию, выясняйте вообще, что происходит. Но я не думаю, что много таких будет случаев. Они будут, это наша жизнь. Но я не думаю, что они будут злоупотреблять, потому что, допустим, на детей надо больше времени тратить. Если это, допустим, хронически больной, если заниматься с ним профилактикой и он такой вот дисциплинированный, выполняет все предписания врача, то почему нет? Очень даже хорошие пациенты, они слушаются и очень хороший результат дают, если заниматься ими. А щодо викликів додому, що зміниться? Це буде не через реєстратуру? Визови на дом буде оцінювати сімейний врач, необхідність виходу. Потому что, ну вот по отзывам семейных врачей, у нас вот обоснованных, честно, вызовов там 10-15%. Остальное, ну придите, послушайте, придите со мной, поговорите. Но очень часто доктор приходит, послушает и говорит, вам бы рентген, да, вот если там подозрение на пневмонию, рентген к вам домой не привезут. Поэтому вы все равно найдете возможность как-то добраться до рентгена, чтобы вам окончательно поставили диагноз и назначили лечение. То есть доктор может, ну руки, да, вот... Голова, самое главное, что у него есть из инструментов. То есть надо оценить и понять еще, то есть пациенты тоже должны немножко перестраиваться и понимать, что вместо того, чтобы доктор шлепал по участку, ходил без лифта там на 20 этаж, ну я утрирую, конечно, он может за это время принять несколько пациентов. То есть у него больше времени. Или вам будет интересно, если, допустим, вы сами придете и будете сидеть час, пока доктор, там, у него очередь большая, да, не попадете, а он еще пойдет на участок, куда-то уйдет. То есть это интерес пацента, чтобы доктор был на месте. Це вже вибудовується довірчі взаємовідносини. Да. Те, з чого ми починали, був дзвіночок. Да. У нас буквально дві хвилинки до завершення, якщо ще по нашій інструкції да, пройти, що ми вже завершили сьогодні, працює система, взяли документи, прийшли у заклад. Да, то есть доктор вносит, такой момент, если вам, не дай бог, где-то предлагают заполнить в бумажном виде декларацию, не делайте этого, этого делать нельзя. Тестові якісь не декларації быть. До цього укладали, ну, якісь угоди, вони тестові, да. Не дійсні. Они дійсні, они в системе, доктора знают, что с ними делать, то есть это пациента должно абсолютно не волновать. Он может позвонить своему доктору и уточнить.
тестовая, не тестовая, что с этим делать. Но когда человек приходит, все его данные вводятся прямо в компьютер сразу, не на тетрадочках, не на каких-то листиках, ничего. То есть вводятся данные персональные человека в эту систему, доктор или регистратор, кто это делает, распечатывает. Человек проверяет, все ли там правильно, потому что если неправильная декларация отправится, а потом это заметят, то ее надо аннулировать и заполнять новую, по новой делать, то есть нельзя исправлять там. Поэтому надо проверить, если все правильно, тогда доктор распечатывает два экземпляра, пациент подписывает, один остается у пациента, второй у врача. И заверяется цифровой электронной подписью, и декларация ушла. То есть она в системе, и вы есть, и доктор есть, что у него появились пациенты, и вы есть. То, что вы есть в этой системе. Если вы передумаете, уже был такой вопрос, да, вот вам не понравился ваш врач, идете, выбираете другого, заключаете декларацию с другим, и автоматически аннулируется предыдущая. То есть нас никто не лимитирует, абсолютно никакой мороки нет, вот ходить, открепляться, прикрепляться, как это раньше было, какой-то открепительный талон, то есть все просто и нормально работает. Час ефіру сплив уже, було питань багато. Якщо ще залишились вони у людей, а вони ще будуть, коли люди будуть звертатися, буде ще більше питань. Може, є куди звертатись, якийсь номер, куди люди звернуться, отримують відповіді? В будь-якому центрі первичної медико-санітарної допомоги є регістратура, є доктори, які абсолютно відкриті. Которые знают механизм, которые учатся, которые все знают. Можно почитать на сайте МОЗ, кто владеет информацией. Только обращаю, очень прошу пользоваться достоверными источниками, потому что у нас очень много желающих испортить у людей впечатление и создать такой вокруг этого нездоровый ажиотаж. Поэтому пользуйтесь официальными источниками, там достаточно много информации, вот такие вот листовочки, очень много хорошей информации. Мы сейчас делаем еще буклеты для пациентов, в которых будет четко расписано, написано, как действовать пациенту в любой ситуации. На цьому будемо завершувати, пані Алло. Сьогодні ми говорили про те, як правильно обирати лікаря, які виникають індивідуальні випадки. Ми це почули, як діяти у цьому разі, говорили про те, як має відбуватись саме підписання декларації з сімейним лікарем або педіатром чи терапевтом. І ще є, залишились питання стосовно того, що зміниться і для лікарів, і для пацієнтів, чи будуть ці лікарі лікувати, який гарантований пакет медичних послуг буде надаватись. Про все це ми будемо інформувати у наших ефірах. На все добре, побачимось.